Итак, картинки с выставки «Автомат бензоколонка 2006». Как всегда, конец октября. И начинаем мы свой обзор этой выставки со стенда, как ни странно, «Урал-Авто». Ну почему, скажите, если Китай сейчас может иметь свой ровер, то Корея не может иметь свой Ягуар. Итак, первая машина, которая нас привлекла, это Kia Opirus. Лицо Ягуара, корма Линкольна. Странный все-таки город Магнитогорск. Праздники и фейерверки по каждому пупу. И чихать на проживающих и проезжающих людей. Игрушки строим, так на бюджетные деньги. Выставки авто проводим в легкоатлетическом манеже. Название тоже странное. Вы хоть одну бензоколонку там видели? Мы нет. Предложение. В следующем году переименовать, типа, все автосалоны города за 30 рублей. Что нового? В массе свои кривые понты. Что порадовало? Как минимум три новинки в одном месте. Вместе экспозиции «Урал-Авто». Чем мы на выставке не стали заниматься? Не стали заниматься вылизыванием машин в условиях низкой освещенности. Это удел других путешественников по автовыставкам. Мы галопом пронеслись по всем экспозициям, задержавшись разве что у любимых квадриков. Но цель определенно преследовали. Поглядеть на новый Kia Magentis, Rio, Nissan Tiana и ненаглядный Opirus. Наконец, американский дух. Лучшей корейской интерпретации за реальные деньги. Если бы мы в рамках этого сюжета попытались рассказать о экспозиции «Урал-Авто», а это не только автомобили, но и знаменитые масла Liqui-Moly, то вас бы, дорогие телеслушатели, мы бы явно перегрузили. Все эти модели вы вместе с нами протестируете на своих диванах чуть позже. Обещаем. А тем, кто не успел сходить на выставку, расстраиваться не стоит. Вы ничего не потеряли. А приобрести вы можете хорошее авто по приемлемым ценам. Вместе обитания «Урал-Авто» на Советской, 32. Эта выставка, продажа, свою работу не прекращает. Да и закончить свой обзор мы решили тоже на стенде «Урал-Авто». Это новый Kia Magentis. Наш любимый корейский американский автомобиль.